Хорошо, скажите, но у вас уже есть планы на дальнейшее, что собираетесь делать? Да, несомненно, мы будем развивать современные технологии развития искусства, развития популяризации искусства. И в наших планах проведения, конечно, и выставок, и мастер-классов, и арт-ярмарок нового образца, и пленэров, создания клубов, и много всякой новизны при плотном сотрудничестве со средством массовой информации и при использовании этих технологий. Ну, а что в ближайшее время? В ближайшее время? Да, вот самое ближайшее, бывает в новом году. В ближайшее время? В каком его виде? В самом широком. Вот то есть планы уже пока нет? Планы у нас есть. Планы у нас есть, но о них мы расскажем отдельно. Но это не просто формализм. Нет, это не просто формализм, это именно новая волна, которая пришла сейчас на это. Я просто не знаю, что это.